Re, viss ēters ir te. Par kādu no atbalsta veidiem Ukrainas cilvēkiem mēs runāsim turpmākajās minūtēs, jo izrādās arī ēdot, vai preizāk sakot, iegādājoties ēdienu vakariņas, ir iespējams šādu atbalstu sniegt arī ziedošanas veidā. Ilze, vārds tev. Jā, labrīt, Ukrainas bēgļiem palīdzam dažādos veidos, un jūs jau pieminējāt. Tūlīt pat uzzināsim par vēl vienu iespēju, kā viņus atbalstīt, turklāt nobaudīt garšīgu un autentisku Ukraiņu maltīti. Vairāk par šo te iespēju un idejas autors varēs pastāstīt Boršč vakariņas pie ukrainietēm Ģirds Slaviņš. Labrīt, bet mēs neesam tikai divatā, kopā ar mums arī ukrainietis iepazīstināšu Galina Agalakova un Tatjana Verbova. Dobrei rano! Ar jums runāsim nedaudz vēlāk, bet Ģirds vispirms jau pastāstiet par šo te iespēju, kāda jums ar brīvprātīgajiem radās, lai atbalstītu Ukrainas tautu. Nu, faktiski tas ir tā, ka salikās viss tā vienkārši ļoti skaisti kopā no tādas ļoti abstraktas idejas atradās gan pašas ukrainietis, gan cilvēki, kas atbalsta ar telpām un ar pārtiku, ar traukiem un visu kaut ko citu. Un tāda iespējas divu nedēļu laikā salikās kopā. Un tas tāds, šajos laikos tā ir tiešām tāda arī mani iedvesmojuša lieta, ko tu redzi arī citur, ka vienkārši labās lietas vienkārši notiek. Viņas vienkārši saliekās un notiek. Vajag tikai sākt. Vajag tikai sākt. Jā, šobrīd aprunāšos arī ar ukrainietēm. Saruna būs krievu valodā un arī pēc tam tulkošu. Vispirms jau gribu jautāt viņām, kāds ir bijis viņu ceļš te uz Latviju. Dobre utro i ešte raz хочу вас спросить, каков был ваш путь до Латвии? Мы только все вчера с детьми приехали, мы добирались долго, два дня и три ночи. Очень помогли волонтеры, они нас, как, знаете, так подхватили и передавали друг другу. Но долго очень устали, но добрались сразу на работу. Спасибо, Татьяна. Галина, каков ваш был путь до Латвии? Могу сказать, что мы тоже во многом приехали достаточно быстро, потому что знаю людей, которые добирались, прямо-таки неделями добирались. Мы приехали быстро благодаря людям, которые нас здесь встречали и ждали в Латвии, во многом благодаря, потому что через Польшу, Вильнюс и все остальное, это уже было исключительно, вот они нас передавали тоже из рук в руки аккуратненько. Galina tātad minēja, ka viņas ceļš līdz Latvijai bija salīdzinoši ātrs, jo palīdzēja cilvēki tātad caur Poliju, tālāk Viļņa un Rīga, bet Tatjana atbraukusi, var teikt, nu pat, un viņas acīs var redzēt prieku un satraukumu par to, ka viņa uzreiz var arī būt te, un līdz ar to arī būs nākamais jautājums par to, cik svarīgi ir viņām atrast šeit darbu, vai var teikt, darīt kaut ko, lai varbūt nedomātu par tām kara šausmām, kas шобрид нотек Украина. Насколько для вас это важно, что имеется возможность найти работу в Латвии или здесь что-то делать, чтобы не надо было думать о том, что сейчас происходит на вашей родине? Вы знаете, работа всегда важна. Когда едешь с детьми, понятное дело, их нужно содержать. Поэтому как бы все равно как-то подготавливал себя к тому, что... Ну и плюс как бы поддержать и своих в Украине, и здесь, чтобы люди больше узнали об Украине. Это тоже важно. Поэтому будем знакомить вас. Мы вчера очень много говорили об этом, насколько это важно именно вот чем-то заниматься, поскольку тут никто не даст соврать. У многих утро начинается, у некоторых и ночью, да, со звонов из того, что мы читаем новости. Мы читаем новости по своим городам, там, где есть близкие, где есть родные. То есть вот утро у всех начинается именно так. И действительно очень важно, и мы благодарны ребятам, что они дают такую возможность, важно чем-то заниматься, чтобы это отвлекало от вот этого постоянного нахождения там, где-то не здесь физически, а где-то там мысленно в поддержке наших людей. Поэтому, да, мы считаем, что здесь важно, наверное, гостеприимством каким-то образом ответить на гостеприимство латышское, потому что нас реально приняли как родных. И тут люди просто бесподобные. Мы действительно других не встречали. Нам такие попадаются люди, и такие происходят волшебные прямо такие вещи, по-другому не скажешь, что надо чем-то отвечать. И очень хочется познакомить и латышей, в том числе, с нашей культурой, с тем, что у нас есть. Да? То есть мы же
украинцы — это не только желто-блакитный флаг, да, это и не только борщ, в конце концов, хотя борщ — это наша визитка, да. Тут вот Татьяна про это больше расскажет, да, это национальное достояние. Как Галина и Татьяна тātad minēja, viņas vēlreiz ļoti priecājās par latviešu viesmīlību un uzņemšanu. Jāteic gan, ka katrs rīts viņām sākas ar to, ka viņas mēģina sazināties ar saviem tuviniekiem, lasa informāciju, kas notiek, tā kā tas rīts, protams, ir satraukts, bet viņas ļoti priecājās par iespēju, ka var darboties, var palīdzēt, un tā galvenā lieta, kas viņas iedvesmoja, ir tas, ka viņas grib atbildēt latviešiem, latviešu tautai par šo te jauko un viesmīlīgo uzņemšanu, tieši iepazīstinot ar Ukrainas viesmīlību un tāpat arī iepazīstinot ar garšīgo boršu. Поэтому я и хочу вас спросить, Украина славится вот вкусом борща, вы тоже упомянули, вы из разных городов и регионов Украины, отличаются ли рецепты борща в зависимости от региона? Ну, у нас в каждом регионе свой рецепт борща, то есть основа одна, но каждая область, каждая деревня все равно готовят по своим рецептам, по своим традициям, и в 2021 году борщ стал национальным достоянием, теперь он под эгидой ЮНЕСКО у нас, под охраной ЮНЕСКО, поэтому будем знакомить с разным борщом. Jā, tātad Tatjanai un arī Galinai jautāju, vai atšķirās borša receptes dažādās Ukrainas pilsētās vai reģionos? Un viņas apstiprinoši atbildēja, jā, katrā pilsētā, katrā reģionā, pat katrā ciemā ir sava borša recepte. Viņas ļoti priecājās, ka šobrīd Latvijā varēs arī piedāvāt dažāda veida un atšķirīgus boršus. Un 2021. Gadā Ukrainas boršs ir iekļauts pat UNESCO, tātad tāda mantojuma, kultūras mantojuma. Сарокста. И по поводу того, как вы можете говорить или звонить своим родным, хотела спросить. Это время такое, скажем так, ужасное для вас и для тех, кто остались там. Как удается поддержать контакт с вашими близкими, которые остались, защищать родину? Ну, так как у нас в эти воздушные тревоги все время, и очень многие находятся в бомбоубежищах, в подвалах. Ждешь, когда пишешь смс-ку, и ждешь, пока зеленая галочка загорится. Значит, живы, значит, прочитали. Только так. А потом уже начинаешь звонить и спрашивать. Да, действительно. То есть у людей есть, ну, у нас не так много в команде, но есть время созвона. И на это время все, человек пропадает из команды, потому что если вот на это время договорено, что человек выходит на связь, все, мы уже никто никого не трогает, мы уже знаем, что там она уйдет, она будет разговаривать, потому что вот только-только вот эти вот у них там полчаса есть. Ну, как можем пока. Tātad jautāju, kādas ir iespējas sazināties ar tuviniekiem, kas ir palikuši Ukrainā, lai karotu, aizstāvētu savu dzimteni. Un viņš, protams, saka, ka, jā, ka katrs rīts ir satraukuma pilns, vispirms tiek sūtīta ziņa un tad nepacietīgi tiek gaidīts, vai ziņa tiks saņemta un sirds miers iestājas tikai tajā brīdī, kad viņas redz, jā, ziņa ir izlasīta, iedekas divas zaļas strīpiņas un tad jau ir dažreiz arī iespēja sazināties un noskaidrot. За разговор. Спасибо за вашу силу. Я надеюсь, что латвийское гостеприимство будет такая же, и вы сможете нас порадовать вкусным блюдом. Paldies, tātad teicu, ka viņas ir šeit, varēs iepriecināt latviešu ēdarus un iepazīt jaunas garšas, tāpat Ģirds Slaviņš. Paldies par šo te iespēju, ko jūs esat sarūpējuši kopā ar divprātīgajiem. Tātad boršs vakariņas pie Ukrainas.